Всем привет! Последнее время я все чаще и чаще слушаю исполнителей новых, знакомлюсь с ними, но вот что-то потянуло на старенькое. И, ну, не такое уж и старенькое, но, по крайней мере, несколько раз я уже слушала. И послушаю еще раз. Тфест мама разрешила, по вашей просьбе. Это 0372. Ты гуляешь допоздна. Тебе мама разрешила. Ты уже вся из себя. Тебе мама разрешила. Ты уже такая вся. Губки в бантик бриллиант. Ведь тебе мама разрешила. Буду говорить, не буду останавливаться. Тебе мама разрешила. Вот, понимаете? Вот ни о чем сразу. Тысяч баксов. Любой бы парень хотел рядом оказаться. Вот такой, знаете, примитивный текст. Ведь тебе мама сказала, что ты выше сорта, ты выше тех куриц. Садись ко мне в машину, слышишь, свист шины. Бояться нет причины, мама разрешила. Делаешь так ловко, делаешь так плавно. Гуляешь сколько надо, ты теперь пиздата. И билет тебя стоит его состояние. И нет, ты не сука, ты что? Ты все делаешь правильно, делаешь правильно. Ты постишь все фото в инстан, но все будет без палева. Ведь мама сказала, что тебе пора зарабатывать. Ты гуляешь допоздна. Тебе мама разрешила. Ты уже вся из себя. Тебе мама разрешила. Ты уже такая вся. Губки в бантик бриллиант. Ведь тебе мама разрешила. И ты стала круче всех. В твоей водке лимонад. Тебе мама разрешила. Ты так пафосно хаваешь жвачку. Никогда не берешь сдачу. Ты придешь куда надо на каблах. И тебе строго похуй на траблы. Ты царица. Если ты в игре, все должно становиться. Какая кола и пицца. Ведь тебе снится лакшери ница. Хочешь быть помоложе, хочешь быть побогаче, хочешь иметь сотни тачек, но мозга нихуя, как будто ты мячик. И ты скачешь, ты делаешь это за шмотки в усачи. Но хватает тебе лишь на то, чтобы оплатить то, что потрачено. Вот, друзья мои, не хочу дальше слушать, просто скажу. Вот недавно я смотрела клипы Хоми. Если сравнивать отношение его к жизни и вообще-то к отношению к женщинам, и то, что я сейчас слышу от Тфеста, это вот небо и земля. То есть, если девушке предложить послушать то и это, друзья мои, выбирайте, кто вам ближе и душевнее, и кто с вами по жизни пойдет. Это я так, это образно. А вот... Может быть, это и круто, может быть, Тфест и круто, особенно сейчас как-то он в последнее время, мне кажется, немножко вырос. Этот клип был более, ну, дальше, уже год уже прошел, как он вышел, и поэтому он, скорее всего, сейчас он немножко стал получше, но слова в его песнях не меняются. То есть, в принципе, все осталось, как было, все отношения. И все такое, в общем. Поэтому мне Тфест вообще это не очень нравится. Хотя последнее время он уже добрался до широких экранов и со всех динамиков его слышишь на улице и узнаешь, и знаешь, что это он. Вот. Но это единственное, что, до чего он там пока дотянулся, это единственная его песенка. А вот «Мама разрешила» — это примитивная, глупая и вообще непонятно какая песенка. Мама не разрешает слушать такие песенки приличным девочкам. Все?